Что вы знаете о сокровищах, способных изменить историю? Девушка, это в Казань самолет? В Казань, в Казань. А вы тоже с нами полетите? Конечно, с вами. Я артист, начинающий. О, Господи, что с ней? Веками многие пытались найти здесь сокровища. У вас есть одна часть письма, у меня вторая. Мы созданы друг для друга. Пожалуйста, шампанское, а вот за тот столик. Шампанское осталось только за 5000. Не надо. Я так долго думала о нашей первой встрече. Неправильно все началось. Там источник. Упоминания о нем есть в мифологии всех народов. Вот прямо в подвале театра. Звучит романтично. Они что-то здесь ищут. Искать их! Кто войдет в источник, выйти из него не сможет. Прижмитесь к стенам! Я сюда не за сокровищами пришел, а за тобой. Я все сделаю сама. Золотые слова. Брат, боюсь, в театр тебя не пустят. Там, понимаешь ли, спектакль для совершеннолетних, так сказать, эротический. Тебе сколько? 47. Там только 48.